Как отвечать на неудобные вопросы? Три фразы от Олеси Грибок. Популярная актриса и блогер сейчас известна на всю страну. Ты наверняка видел ее ролик про киногероев. За несколько месяцев количество ее подписчиков выросло до 200 тысяч человек, а вместе с ними появилась и неотъемлемая часть успеха – хейт. В интервью Олеся поделилась фразами, которые помогают ей с ним бороться. Значит, первое – спасибо, я принимаю это как комплимент. Вторая фраза – абсолютно с вами согласна. Третья фраза – тут и не поспоришь.